ваша родная сестра? Нет, подруга. Это моя духовная дочь. Кортье Бугатти. Как тебя по-русски-то зовут? Кортье? Ой, я не знаю, что такое кортье, мне просто слово понравилось. Кортье on my wrist, yeah. Кортье on my wrist, yeah. Кортье on my wrist, yeah. Бершка. Ну, это и есть мое настоящее имя. Бершка Страдивариус. Ну шо, здоровье тебя, а? 16 лет уже, старуха. Слышишь, что ты с этими булами ходишь, а? Да мамка конфет накупила, сказала одноклассникам раздать. Блин, я так много сосисок в тесте сожрала, живот болит. Как физру сейчас давать, вообще хз. Блин, когда у меня уже сиськи вырастут? Да, блин, это вообще не главное. Ага, тебя вообще старшеклассники сиськатой называют. Че, серьезно? Физрук идет. Виктор Степаныч, у меня это, записка от мамы. Слышишь, хорошо, что у тебя почерк, как у моей мамки. Угу. Мам, тебя это физрук вызывает. Ну что он хочет? Ну что, а? Ничего. Говорит, у тебя записок от мамы больше, чем мячей в спортзале. Почерк на Подпрыскина похож. На твой, короче. Походу, мне жопа. Да и тебе, походу, тоже. Галка, после этой маршрутки так спина затекла, не могу. Еще эта бабка, как достала свою курицу, как начала храпеть, кошмар какой-то. Но ничего, зато мы теперь столичные с Козятина в Киев перебрались. Галка, Галка! Ой, вдохни, Галка, ты чувствуешь? Ага, выхлопухами воняет. Ой, Галка, ничего ты не понимаешь. Это ветер перемен, запах возможностей и денег. Ну все, Галка, теперь мы леди столичные. Ага, пойдем пожрем куда-то. Ничего, Галка, скоро устрицами в Монако будем травиться. Что, Галка, я в туалет пойду? Давай. Галка, Галка, где все вещи? Галка, я последнюю мамину клетчатую сумку взяла в долг. Ну что я только хотела яичко посолить, а повернулась, а вещей уже нема. Галка, Галка, мы столицу должны покорять, а не снабжать. Да не парься ты, все у нас будет, только губки накачать осталось. Всем привет, это моя вторая запись дневника. Вчера произошло то, чего я никак не могла ожидать. Ты что, руку на свою девушку поднимаешь, что дебил? Это бытовое насилие. Мой зайчик уже спит, я сейчас полежу и тоже буду... Ты не делай! Раз это случайность, но второй раз это уже закономерность. Все, сука, ты хотела, получил, я ухожу, все! Ну, короче, я успокоилась. Я буду побои снимать! Короче, девочки, запомните, чтобы душу твою не губили, чтобы себя наконец-то найти, чтобы тебя никогда не забыли, иногда нужно просто уйти. Ой, полночи не спала. Походу, мой этот тамагочи траванулся. Прикинь? Я вчера свою копилку разбила. Думаю, йо-йо купить. Комарка, куда ты так спешишь, а? Да там эта бригада 4-я серия вышла. Что там Саша Белый, а? Ты видела, там себе Лидка варенки купила. Угу, конечно. У него папа бизнес открыл, Коммерсант. Ай. Мой Володька металлургом стал. Ничего, скоро Волгу покупать пойдем. Блин, там новая песня «Ласкового мая» вышла. Просто полный расколбас, слушай. Только ей доверяю я.
говорю серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. Бригада. Нас не отправляют учиться в Лондон. Мы не одеваемся в бутике модно. Зацени, стрельные пацаны. Теперь ты отгадывай название этого сериала в комментариях. Ты день то засада. Но потеря. Няга снежная, жизнь отчаянная. Ой, Галка, не прошло и недели, а мы уже хату в столице сняли. Слушай, хорошо, что я все-таки подошла к той бабке пирожки купить на вокзале. Она еще и хаты сдает. Слушай, ну вообще. Галка! Галка, смотри, тут даже окна пластиковые. Ага, евроремонт. Галка, иди сюда, ну, сфоткай меня возле этого серванта. Матушка в шоке будет. Ага, она всегда говорила, что сервант это признак достатка. Смотри, стиральная машинка. Будет твои бэбухи стирать. У меня вообще-то дизайнерская одежда. Зара. Зара с базара. Галка, а давай это, вписку сделаем. Галка, давай, волюме. Слышь, а кого мы на вписку позовем? Ну, бабку с вокзала. Ого, ну ты быстро. Пипец, бабка аферистка. Не только нам квартиру сдавала. Это все ты виновата. А я-то что, это ты с ней договаривалась? О боже, мама, я схожу с ума. Замигана женщина, горяча и бешена. Два микрофона можно за третий столик. Такое было? Ты приходишь, казалось бы, на обыкновенную тусовку. Все ведут себя очень скромно, ангельски, невинно. Но в какой-то момент доносится звук. А давайте поиграем в «Я никогда не». И вот пошел первый круг. Все смеются, хохочут, обсуждают мужские гениталии бывшего, нынешнего. Я вам передать не могу, насколько сильно я терпеть не могу эту игру. И это не потому, что благодаря этой игре ты можешь выяснить такие личные подробности, а потому что я, сука, всю игру сижу и думаю, какой мне вопрос задать. Я чувствую себя не как на тусовке, вписке или вечеринке, а как на экзамене в университете. Я нервничаю, я переживаю, я потею. И вот доходит очередь до меня, и я такая: я никогда не опаздывала в школу. Весь стол смотрит на тебя, как на какое-то говно. И в этот момент ты понимаешь, что больше никогда не согласишься играть в эту игру, и насколько скучно ты, сука, живешь!